Всем привет! Хочу поделиться чисто своим мнением по поводу адаптивных зеркал Lada Granta Liftback для УАЗ-2109, 08, 99, 14, 15. То есть хотел сказать, что они, короче, этих денег не стоят. То, что они за эти деньги продают, это, честно говоря, говно, ширпотреб, я так понял. Для российской компании АТП, наверное, их китайцы собирают. Короче, свои минусы, замечания, что я расскажу. Короче, пришли, как всегда, с завода со снятыми крышками. Кто не знает, эти крышки, блядь, вообще нереально поставить. Их так тяжело ставить, что пиздец, блядь, не защелкивается. Пришлось вообще одну крышку одностала, а вторую дорабатывать. И после установки защелкивания, вот, блядь, охуеть, какие зазоры. Это она полностью до отказа защелкнула. Вот здесь зазоры какие остаются. Туда будет попадать вода. У меня комплект подороже. С электроприводом, блять, будет срать вода и наржаветь, электропривод замыкать. И, блять, короче, неудивительно, как многие пишут, что через малый промежуток времени, примерно полгода, перегорают светодиоды в повторителях поворота. У меня мультиплазма, не знаю, сколько она проживет. Ну, на Алиэкспрессе недорогие продают мультиплазмы. Комплекты две штуки. Хуй его знает. Короче, замечание. Вот, короче, зазор охереть какой. Тут тоже есть зазоры. Вот это оно защелкнулось до отказа. Тут я уже говорил, что есть зазоры охереть. Вот. Потом хотел обратить внимание, вот здесь, короче, на корпусе зеркала стоит зуб, его поломайте, оно хер когда в жизни защелкнется, вообще все хлипкое, блин, куча защелок, блядь, ну возьмите, сделайте по-нормальному, на саморезиках где-то вот сбоку, красиво, накладочку поставил, саморезиком прикрутил, раз, два, не видно, плотненько. Тут вообще нихуя, блядь, все на защелках, резиновых уплотнителей здесь нет. Вот здесь надо будет колхозить резиновый уплотнитель на скотче. Короче, разочарован, блядь, разочарован. Вот такое, блядь, хуетень. Потом, блин, инструкции по установке как тянуть проводки тоже нету. Вот жмых проводов был в комплекте. Джойстик. По джойстику тоже полное говно, блин. Он какой-то, блядь, хлипкий, блядь. Хрустит, пердит, блядь. Джойстик, блядь, с комплекта. Какой-то, блядь, хлипкий. Не внушает доверия, блядь. Говно, блядь. Уголки дали. Хотя для меня это не важно, блядь, эти уголки, блядь. А вот комплект саморезов не дали. Говно полнейшее. Да и коробка сама, блядь. Вот качество коробки вообще. Картон бывает такой плотный. Это говно полное. Made in Russia. 21.08, как я и говорил. Электропривод. Обогрев есть, фонарь боковых указателей. Ну, то есть у меня получается полный максимальный комплект с мультиплазмой китайской. Там тоже, блядь, проблема, именно обнаружил брак. Получается режим габарита, типа американки, там получается загорается всеми цветами радуга. Потом, короче, переходит в синий. И вот доходит до конца синий. Короче, вот здесь пару диодов начинает сами по себе мигать именно на это. На то и нормально. То есть, нахуй не буду подключать
габариты эти конченые, блядь, а просто поворотники. Ну, поворотники, да, нормальные, ярко-желтый такой, на мультиплазме, на плазме они нормально так ярко светят. Вот, получается, два провода. И там был один желтый на габарит, и я его не выводил, спрятал. Вот это, короче, какие-то из них еще я не разобрался. Какие-то из них обогрев, скорее всего, вот это двухконтактный. А вот это, наверное, идет на провода, на джойстик. Надо разбираться все. Говно, короче. Поставим, я не знаю, как будем ставить. Из плюсов один плюс. Пластик очень такой крепкий, блядь, дубовый пластик. Громадные, громаднющие, что пиздец. Очень здоровенные. Еще, короче, в продаже был комплект другого плана, типа моднявые АМГ стиль. Они такие идут двойные, но они как бы не плазма. А если они не плазма, то днем вообще ни хера их не видно. А с плазмой, короче, в моем регионе не продавали. Притом, блин, вот если наебнется, стоит, короче, очень дорого. На Алиэкспрессе они недорого стоят, вот эти одинарные, а в Китае на Алиэкспрессе двойных и нету смысла тогда мне покупать АМГ стиль. Взял такие Lexus. Вот можно сейчас подключить и посмотрим повторитель. Ну, как-то так, типа. Так что думаете сами, стоит вам покупать или что-то взять подешевле. Сейчас стоят Политех Волна. Они на тросике, ну там качество нормальное, но, блин, тросик, блин, они уже после ДТП, блин, меня один дебил сбил, блин, треснули. Нет желания, блин, их ремонтировать на продажу. Думал, это нормально. Купил, блин, посмотрим. Прикрутим, потом сделаем другой обзор. Ну, как-то так.